Юбилейный 15-й съезд партии «Единая Россия» стартовал в Москве. Нижегородский регион на партийном съезде представляют секретари первичных отделений из районов области и делегаты по статусу, среди которых член Генерального совета «Единой России» и регионального политсовета, депутат Государственной думы Вадим Булавинов и член Генсовета партии и регионального политсовета Людмила Витюгова. Делегацию возглавил исполняющий полномочия секретаря Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Табачников. В течение 2 дней на 10 дискуссионных площадках делегаты будут обсуждать самые разные темы. Это и проведение предварительного голосования, и вопросы здоровья, образования, науки, бюджетная и налоговая политика, развитие промышленности, социальная политика. Речь пойдет о развитии сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и укреплении российской идентичности. Также в состав делегации вошел руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева Виктор Лунин.